Сарли, Челси заставит меня бросить курить. Маурицио Сарли намерен отказаться от курения. Главный тренер Челси Маурицио Сарли рассказал, как сильно нервничал в концовке первого тайма в матче против Арсенала и хотел закурить. Поэтому подумывает о том, чтобы бросить эту привычку на пару лет. По словам тренера, первые 75 минут поединка он наслаждался игрой, после чего ему очень захотелось закурить. «Мне надо бросать курить. Наверное, я брошу на год-два, а потом снова задымлю», цитирует Сарли Evening Standard. Отметим, что под руководством Сарли, Челси начала плюс 2 побед. Ранее сообщалось, что во время матча Челси, Хаддерсфилд Сарли сживал бычок от сигареты. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.